Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей из чистого неба. Хочу сказать о моем мотовелотранспорте. На данный момент сейчас я держу в руках велосипед Stealth. Рядом со мной стоит мотоцикл Тула советских времен в хорошем состоянии. Есть три тележки на все виды строительных садовых работ. Одна из них садово-строительная, вторая тележка двухколесная для перевозки более тяжелых грузов и третья в виде почтовой тележки, которая мной используется для перевозки длинных строительных материалов, досок, брусьев. Можно до 6 метров спокойно на ней перевозить. При строительстве очень сильно помогает. А сейчас будем качать колеса на велосипеде, на мотоцикле, на тележках. После зимнего простоя колеса подспустили. Так что начнем качать. Боня. Эй, Бонька, хорошая собака. Помогает мне. Ну все. Хорошая, да. Отлично. Помогает. Отлично, да. Ну все, успокойся. Хорошая собака. Хорошая собака. Все, да. Накачали. 1,5 мало. Сейчас качнем еще. Скажите, почему я ножным качаю насосом, а не автомобильным электрическим? Во-первых, его нет. Во-вторых, много лет я занимаюсь, даже точно могу сказать, лет 30 велосипедом. Не велоспортом, а просто велосипедом. И для того, чтобы размять ноги перед велопроездками, я просто тренируюсь по часу, качаю колеса. Проверим. Даже больше, чем надо. Вот теперь 2,5 атмосферы. Для деревенской дороги достаточно. Для асфальта можно и 3,5. Что у нас? Переднее колесо. Среднее 1,2. Мало. Отлично.
Ну вот, один транспорт уже накачали. Замечательно. Сейчас приступим ко второму транспорту. Называется Тула. Ну вот, начнем качать колеса на Туле. Поставим поровнее и погнали. Бонька. Иди ко мне. Иди ко мне, хорошая собака. Тоже покачать хочешь, да? Тоже покачать хочешь, да? Или поиграть, да? Понял? Ну что же такое? Кто едет? Для того, чтобы накачать колесо на Туле сзади, надо изловчиться. Мотоцикл классный, по говну едет хорошо, а вот качать — это целая проблема. После накачки колес займемся ремонтом мотоцикла. В прошлом году у меня оторвало трос с ручки газа. Привез новый трос. Сейчас поставим, покажу, как на этом мотоцикле все это снимается и устанавливается.